Сегодня для нашей страны большой спортивный праздник. Белорусские атлеты вернулись из Олимпийского Пхёнчхана. На борту самолета, который следовал транзитом через Абу-Даби, была и золотая четверка Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Динара Олимбекова, Надежда Скардина, а также все другие биатлонисты, конькобежцы, команды по лыжным гонкам и горнолыжному спорту, тренеры и другие члены белорусской делегации. Возвращение спортсменов на родину получилось по-настоящему триумфальным. Атлетов буквально завалили цветами. Олимпийцам пришлось преодолеть многочисленных журналистов, операторов и фотокорреспондентов. Болельщики, которые специально приехали в аэропорт, делали селфи мечты с золотой четверкой. Те же родные лица, те же родные стены, да. Но сегодня мы возвращаемся вот вчетвером с такими замечательными, радостными улыбками на лицах. Поэтому, наверное, 4 раза больше эмоций сейчас можете ощутить вот от наших девчонок. После финиша у нас немного было такое шоковое состояние, но оно настолько было волшебное, что первый день даже и не верила, что мы смогли сделать. А по ощущениям Сочи, я думаю, ну, та была первая медаль, здесь уже вторая, но больше достоинства, поэтому, конечно же, это все похоже, но здесь, поскольку все это было командой сделано, наверное, по эмоциям это в тот день было, наверное, в 4 раза сильнее. На 23-й зимней Олимпиаде белорусы завоевали 3 награды. Золото Анны Гуськовой во фристайле, победа женской эстафетной команды по биатлону и серебро Дарьи Домрачевой в масс-старте.